В Библии сказано, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа, и молва об этом разнеслась по всей окрестной стране. Иисус жил в Галилее, это регион на севере Израиля. Это все равно, что сказать, что Он возвратился в центральный Теннесси. Он вернулся в Галилею. Он прожил там почти 30 лет. До этого он вел себя очень тихо. Его знали как сына Иосифа и Марии. Он играл в футбол с другими детьми, они вместе ходили в школу. Потом он подрос и стал обычным плотником. Он был таким же, как другие жители его деревни. Но когда ему исполнилось 30 лет, он отправился на юг, чтобы Иоанн Креститель крестил его в реке Иордан. И когда Иисус крестился, во всех четырех Евангелиях записано, что на него сошел Святой Дух. А Бог сказал: «Это мой Сын, в Тебе мое благоволение». Затем в Библии сказано, что Дух отвел Иисуса в пустыню, где Он 40 дней постился и молился. А к концу этого срока Его начал искушать дьявол. А вы помните историю? По Луке мы можем прочесть, что потом Он вернулся в Галилею в силе Духа, а молва о Нем разнеслась по всей окрестной стране. Когда на Иисуса сошел Дух Божий, в Его жизни произошли разительные перемены. Он начал проводить службы для людей. Это продолжалось 3 года, и в итоге Он зашел на крест на Голгофе. Я хочу вам сказать, что если уж Иисусу нужна была сила Святого Духа, чтобы осуществить и исполнить Его Божие предназначение, то для нас это тоже может быть важно. Иисус не просто уповал на небеса или какие-то свои личные качества. Он зависел от силы Духа, и мы тоже от нее зависим. Поэтому мы должны знать об этом больше. Ведь все мы хотим исполнить свое Божие предназначение. Поэтому прочту вам несколько размышлений о том, как приблизиться к Святому Духу. Дух Святой — это живая сущность. Это вам не Каспер, дружелюбное привидение. В Библии сказано, что это живая сущность. В греческом В оригинале для описания Святого Духа используется слово, обозначающее человека. Если обратиться к первым 2 стихам Бытия, то это самое начало Библии. Перед ними вы найдете только содержание. Там сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой». Я не знаток еврейского языка, я его изучал немного. Моего знания еврейского достаточно, чтобы попасть в беду на улицах Иерусалима. Но я точно знаю, что в еврейском одно из окончаний множественного числа будет «им». В английском для образования множественного числа мы добавляем «s» или «is». А в еврейском языке одним из окончаний множественного числа является «им». В этих 2 стихах есть 3 слова, стоящие в еврейском оригинале во множественном числе. Возможно, для вас это станет неожиданностью. Там сказано: «Вначале сотворил Бог». А для слова «Бог» в еврейском используется слово «элохим». Оно стоит во множественном числе. В единственном числе «Бог» будет «эл», «элохим». То есть уже в 4-м слове Библии «Вначале сотворил Бог» мы уже видим идею о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Далее в Священном Писании эта идея представлена более подробно. Но она дается нам уже на 4-м слове Библии. И поэтому я хочу сказать вам... Это важно знать, если мы хотим развивать отношения с Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Святым Духом. Эта идея встречается в Библии много раз. Например, ее можно увидеть во время крещения Иисуса. Когда Иоанн Креститель крестил Иисуса, в Библии сказано, что на Иисуса сошел Святой Дух в телесном виде. А затем голос с небес сказал: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». То есть в одной сцене мы видим сразу и Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Святого Духа, то есть Троицу. Мне очень трудно постичь Троицу своим разумом, но я никогда не претендовал в интеллектуалы. Поэтому я просто принял ее. Технически это одна сущность в 3 лицах. В библиотеке полно книг на эту тему. Но у меня есть прекрасный пример из физики, который поможет вам это понять. Кто из вас знает, что такое вода? Знаете химическую формулу воды? Это H2O. Я гляжу, тут много ученых. Это одно вещество, но оно встречается в 3 разных формах.
Во-первых, это жидкость, которая является неотъемлемой частью вашей жизни. Мы не можем жить без H2O, но если вода замерзнет, у нее будет совсем другое проявление. А если она нагреется до определенной температуры, она примет газообразное состояние. То есть у нее могут быть абсолютно разные характеристики. Она может быть с паром, льдом и жидкостью, имея один и тот же состав. Она может принимать три абсолютно разные формы. Я знаю, что это не одно и то же, но этот пример помогает мне постичь идею о триединстве Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. А вы хотите узнать каждого из них? А если вы что-то упустите из учения о Троице, вы упустите и важную часть того, как Бог входит в вашу жизнь. Мы можем понять, кто такой Бог Отец. С Иисусом все гораздо проще, ведь у нас есть Евангелие. Но когда дело доходит до Святого Духа, нас охватывает страх и тревога. Он никогда не навредит вашей воле. Он никогда не заставит вас делать то, чего вы делать не хотите. Он никогда не заставит вас вести себя не по-вашему. Если же Он и влияет на вашу волю, то лишь для того, чтобы уберечь вас от греха еще до того, как вы подумаете о нем. Не надо бояться. Некоторые говорят: «Я не хотел это делать, но Святой Дух меня заставил». А вот и нет, это не Он. Люди говорят мне: «Пастор, я не хочу вам этого говорить, но Дух Святой меня заставляет». Нет. Я думаю, вы это сами решили. Дух Святой не может пойти против вашей воли. Вы не должны его бояться. Первое слово — это «Элохим», а далее сказано, что Бог сотворил небо. На еврейском оно также стоит во множественном числе. На еврейском это «Шамаим». Ибо есть не одно небо. Мы можем видеть небо над нашей землей. Если поднимем вечером глаза вверх, там мы увидим звезды, планеты и чудеса Божьего творения. А еще есть небо, где живет Бог. Я не думаю, что Бог живет где-то среди звезд. Он пребывает в другом месте. Это всего лишь одно из мест Его Царства, Духовного Царства. В Библии сказано, что Бог — это Дух, создавший небо и землю. Тот факт, что у слова «небо» несколько значений, не является чем-то экстраординарным. У нас полно многозначных слов. А далее сказано: «Дух Божий носился над водой». Слово «водой» на еврейском тоже стоит во множественном числе. Это «маим». Вода может иметь много ипостасей. В чем же заключается предназначение Святого Духа? Что Он делает в Писании? Иисус — это наш Искупитель, Агнец Божий, который взял на себя грехи этого мира. Какую же роль играет Святой Дух, что Он делает, как Он обращается к людям? Мне кажется, очень важно знать ответы на эти вопросы. И вот что мы постоянно видим в Писании. Дух Божий дает людям силы для исполнения Божьих замыслов. Он привносит Божью силу в жизнь людей, чтобы в нас и через нас свершился Божий замысел, чтобы мы смогли достичь того, чего нам не достичь своими силами и своим умом. Нам нужна помощь всемогущего Бога и Святой Дух. Лично меня это интригует. Я мог бы привести вам много примеров, но я выбрал один из Ветхого Завета, из книги Судей. Эта книга посвящена не залам суда и черным балахонам. Она называется так, потому что судьями называли лидеров страны. У них не было правительства, и если им нужно было что-то сделать, Бог возвышал лидера-судью. Гидеон был судьей, Дебора была судьей, Варак был судьей, Самсон был судьей. Врагами, которые угрожали Израилю во времена лидерства Самсона, были филистимляне. Они напали на евреев, забирали их урожаи и брали людей в плен. Поэтому Бог поднял лидера, чтобы разбить их, и при этом он наделил Самсона просто безумной силой. Просто безумной. Прочтем, что сказано об этом. «Сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек». Когда на Самсона сошел Дух Господень, он наделил его силой. Его связали веревками, но на него сошел Дух Господень, и они упали с его рук, будто их кто-то поджег. Он мог взять
взять кость животного и победить ею 1000 воинов? Ничего себе! Почему он мог это сделать? Потому что на него сошел Божий Дух. Поэтому филистимлян очень мучил вопрос, в чем же секрет силы Самсона? Как ему удается это делать? Это была очень важная информация. Если бы Самсон был ростом под 2 метра, и имел всего 2% жира, его бицепсы были бы такого же обхвата, как моя нога, им бы и так было все понятно. Тогда они бы думали, он больше нас, он сильнее нас. Но я не думаю, что Самсон выглядел как завсегдатый тренажерного зала, накачанный стероидами. Мне кажется, что Самсон скорее выглядел как один из нас. Что вы об этом думаете? Скорее, как один из нас. Представляете? Как было бы забавно. Если бы мы попали на небеса и увидели, что Самсон такого роста и говорит высоким писклявым голосом, «Привет, я Самсон! Смотрите, как я сейчас подниму валун!» Филистимляне не понимали, как ему это вообще удается, поэтому они наняли одного человека, чтобы выяснить тайну Самсона. Они не знали, что у него был завет с Богом. Они не понимали, что источником его силы был Божий Дух. Они думали, что он пьет какую-то секретную воду или принимает какие-то витамины, или же что он заказал какой-то магический крем в телемагазине. И Далиле удалось узнать его тайну. Он рассказал ей о своем завете с Богом. Он поведал ей, что он был назареем. Такой завет заключили его родители еще до того, как он родился. Сила Самсона была в его волосах, и когда он как-то заснул, она остригла ему волосы. Если Дух Святой приносит вам силу, то вам нужно знать и еще об одном аспекте. Он дает вам возможность ощущать духовные вещи. Давайте прочитаем. Она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Они много раз нападали на него. Они связывали его и новыми веревками, и старыми. Они много чего делали, чтобы ограничить его, но всякий раз на него сходила Божья сила, и он освобождался. Но в Библии сказано, а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников. Обычно, чтобы двигать жернов и молоть зерна, используют животное, вола или осла. Но чтобы выставить Самсона на посмешище, они заставили его это делать вместо вола. И вот что сказано далее. «Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены». Это один из моих любимых библейских стихов. В нем можно видеть Божью благодать. Самсон не отличался особой нравственностью. У него было много слабостей. И своими неправедными поступками он лишился Божьего благословения. Ему пришлось заплатить за это огромную цену. Но вот мы читаем, что его волосы снова начали расти. Бог не забыл своего завета с Самсоном. А еще мы можем прийти к выводу, что филистимляне не отличались особым умом. Ведь если кто-то мучил меня и побеждал моих лучших воинов, а вся его сила была заключена в волосах, я бы назначил человека, который брил бы его с утра до ночи. У него ни одной волосинки не было бы тогда. Но эти люди допустили, чтобы его волосы выросли. Но и это еще не все. Давайте вернемся чуть раньше. Самсон ответил Далиле, «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Он не знал, что Господь покинул его. Одна из величайших заслуг Святого Духа в нашей жизни — это то, что он заставляет нас проповедовать. Проповедь — это чисто религиозное слово. Оно означает духовное сознание. Сознание того, что Дух Святой здесь или его нет. Хотите понять разницу? Если бы Самсон понял, что с ним нет Святого Духа, я думаю, он бы поступил умнее. Он бы, например, мог сбежать. Через окно, сказав, «Я разберусь с вами в другой день». Но он этого не знал. Это способность распознавать духов возле вас, святые они или нечистые.
Вы представить себе не можете, как вы уязвимы перед обманом. Без помощи Святого Духа вы представить себе не можете, как вы уязвимы вообще. Самсон был победителем и героем. У него был завет с Богом, но без Святого Духа он был уязвим перед своими врагами, и мы с вами тоже. Дух Святой — это наш помощник. Сейчас мы перейдем к Новому Завету и посмотрим, как там выражается сила Духом. Мы уже много раз говорили об этом, и сейчас вы не услышите чего-то нового. Но в Новом Завете мы можем видеть три основных выражения силы Духа. Там говорится одним языком, и без знания контекста вы можете решить, что это одно и то же, и ничего не поймете. Поэтому я предлагаю вам сейчас немного поразмышлять вместе со мной. Я ценю то, во что вы верите, и прошу вас соединить вашу веру со сказанным в Писании. Итак, вот первое выражение силы Духа. Это сила преображения. Это сила Божьего Духа, несущая вечные перемены в вашу жизнь. Быть последователем Христа значит преобразиться изнутри. Это не значит вступить в нужную организацию или систематизировать свое богословие. Это преображение изнутри. Именно это и делает Божий Дух. Но нам нужна сила превыше, чем мы. Нам она нужна, когда нам не хватает воли или силы нашего характера. Нам нужна сила, чтобы помочь нам преодолеть самих себя. Эта сила называется плодами Духа с большой буквы «Д». Давайте прочтем, что сказано в послании к Галатам. «Я говорю, поступайте по Духу». Тут слово «Дух» написано с большой буквы, потому что это Дух Божий. А вы понимаете, что вы тоже дух? Вы дух, у вас есть тело, но вы дух. Бог знал вас еще до того, как вы появились в чреве своей матери. Он знал вас еще до сотворения мира. Ваш дух вечен. Срок вашего тела, вашей земной оболочки ограничен. Однажды он закончится, как у молока в магазине. Лучше выпить его до этой даты, так мы не приблизим свою дату. Но это уже совсем другая история. Вы — это дух, вы живете в теле, у вас есть душа, разум, воля и эмоции. Но Дух Божий влияет сильнее, чем вы думали, именно на одну часть вас, на ваш дух. Эта часть была создана по Божьему образу и подобию. Итак, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А вы знали, что у вас бывают вожделения плоти? Если у вас их не бывает, то вы наверняка живете рядом с кем-то, у кого они бывают. Не надо поднимать руки. Дома вы можете пострадать из-за этого, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Это касается и нас. Вы приходите в церковь и думаете, кажется, я делаю что-то не так. А вы еще только вылезли из машины. А сколько раз вы говорили, я больше не буду этого делать, и все равно продолжали это делать? Это дух и плоть противятся друг другу. Но у меня есть благая весть. Бог поможет нам преодолеть вожделение плоти. Чем больше мы учимся сотрудничать со Святым Духом, тем больше мы преуменьшаем безбожное в нас. Нам не нужно отрицать это, извиняться за это, оправдываться за это или объяснять это. Это можно просто победить. К какому же результату это приведет? К плоду Духа, к тому, что вы будете поступать по Духу. Аллилуйя! Это можно сделать девятью разными способами. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Мы должны сказать «нет» этим грешным страстям. Наша душа и наша самость говорят «я чувствую», «я думаю», «я хочу», но мы должны сказать им «нет», «но я очень хочу». Я понимаю, но нет. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот что значит расти во Христе.
позволит Святому Духу определять маршрут вашей жизни, делать не то, чего мы хотим, поступать не по нашим чувствам, но остановиться, обратиться к Богу и спросить, «А чего хочешь ты? Что ты по этому поводу думаешь? Дай мне знать». Я сделаю все, что в моих силах, чтобы подчинить свою волю тебе. У меня и тут есть благая весть для вас. Та же самая созидающая сила Божия, что парила над землей в первой главе Бытия, есть и в вас. Она поможет вам это преодолеть. Ну, ничего себе! Вот чем христианство отличается от других религий. Вот почему оно улучшает нашу жизнь, наши дома и места, где мы живем. Вот это да! Тут нет никакой политики или идеологии. Это сила Создателя всего сущего, живущая в Его созданиях, которые сотрудничают с Ним и позволяющая Богу выражать Себя через нас. Это просто прекрасно. Неудивительно, что дьявол не любит все, что связано с Иисусом. Если вы захотите уничтожить человеческие создания, то лучший способ это сделать — ограничить их знания об Иисусе и их связь со Святым Духом. Давайте прочтем о втором выражении силы Духа в Новом Завете. Это сила для процветания. Сила преображения — это перемены изнутри, то, как мы с вами становимся другими людьми. Сила для процветания — это Божья сила в нашей жизни, помогающая нам общаться с окружающим нас миром. Она за пределами нашего понимания. Выражение Божьей силы, Божьего Духа в окружающем нас мире. Библия называет это дарами духовными. А вот что сказано о духовных дарах в первом послании к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». То есть вот он, первый совет. «Неведение не является оправданием». Может, мы и не хотим об этом говорить, но мы не должны оставаться в неведении. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам. Если в вашей жизни нет Бога, вы создаете себе божество из вещей, из безгласных вещей, из вещей, не обладающих силой. Но вы служите им. Вы делаете их самыми главными вещами вашей жизни, будто так оно и есть. Это могут быть погоня за удовольствием, успех, счастье или какие-то отношения. Это может быть кто-то или что-то. И вы служите этому как Богу. Но для себя мы избрали служение истинному живому Богу. Вот почему я говорю вам, что никто из тех, кто говорит, имея Дух Божий, не будет проклинать Иисуса. И никто не может сказать, что Иисус — это Господь, если с Ним не будет Святого Духа. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Проявление Святого Духа означает, что Он явился нам. Мы это ощутили, и это нам на пользу. Есть 9 различных даров или проявлений Духа. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть 9 проявлений Божьего Духа. И они есть не только в этих стихах или зданиях. Они не чьи-то конкретные. Они — это важная часть жизни верующего. Дух Святой проявляется именно такими способами. Мы должны запомнить 2 очень важные идеи. Первое. Это не стоит оставаться в неведении. А вы скажете, какие-то мутные слова, я не совсем их понимаю. Не надо так говорить. Скажите лучше, Господи, помоги мне это понять. А еще в Библии сказано, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дух Святой сам решает, куда направить силу. Я повторю, Он не будет заставлять вас что-то делать, Он не будет давить на вас, унижать вас, действовать на вас силой или заставлять вас лаять, как собака.
Он не будет этого делать. Вы скажете, ну я видел, как люди делали дикие вещи и говорили, что это Дух Святой заставил их это делать. А мне как-то один человек подал еду и сказал, что он повар, но попробовав ее, я в этом усомнился, но пришлось доедать. А вчера я видел одного человека за рулем, который утверждал, что он классный водитель, но лично я считаю по-другому, и свою машину я ему точно не одолжу. Я вижу среди христиан одну тенденцию и вижу ее очень давно. Мы ищем того, кто будет нам пророчествовать, говорить Слово Божие касательно нашей жизни и объяснять нам, что Бог нам говорит. Мы хотим, чтобы нам говорили, куда идти и что делать. Я прекрасно понимаю таких людей, но, друзья мои, это очень опасная идея. Иногда и в некоторых местах это очень даже нужно. Я видел такое. Но вот что сказал нам Иисус. «Овцы мои слушаются голоса моего, а вы должны ощутить, что с вами Дух Божий, и тогда вы обретете то, что Он вам предлагает, и поймете, чего Он хочет». Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Аланом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Аланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Аланом Джексоном. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Алана, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа. Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы изменим мир. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Алана, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа. Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы изменим мир.